уважаемые телезрители! Привет, Андрей! Вот такого главные фанаты! Мы приветствуем вас на 9-м международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна 2016!» А наш вечер начался с премьеры песни в исполнении хора «Новая волна» Академии популярной музыки Игоря Крутого. Спасибо ребятам, они настроили нас на правильную волну, на детскую новую волну. Вот уже 9-й год подряд детская новая волна достигает приветливого, теплого Крымского берега и дарит всем нам хорошее настроение, море улыбок и, конечно, настоящий музыкальный праздник. Ну что ж, дорогие друзья, а вести сегодня весь вечер для вас будем мы. Катя Манешина, Тоня Володина, Юлиана Караулова, Липа Тетерич, Влад Соколовский, бессменная ведущая детской новой волны Лера Кудрясова. Ну что ж, дорогие коллеги, я приглашаю вас всех занять нам свое рабочее место под аплодисменты, дорогие ребята. А кое-кто за это время уже успел родиться, вырасти, принять участие в конкурсе, а сейчас стать ведущей детской новой волны. Так вот ты какая, детская новая волна воплоти. Маленькая, талантливая и новая. Ну что ж, дорогие друзья, хотя 9 лет это, конечно, еще не совсем юбилей, но открыть наш сегодняшний вечер нам хотелось бы по-особенному торжественно. Дорогие друзья, мы приглашаем на эту сцену почетного гостя детской новой волны. Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов. Добрый вечер, РТЭК! Дорогие друзья, разрешите сначала выполнить почетную миссию, зачитать обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина участникам новой волны. Дорогие друзья, приветствую вас на торжественной церемонии открытия международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна 2016». Искренне рад, что сегодня в легендарном «Артеке» вновь собрались юные исполнители из разных стран, чтобы в честной творческой борьбе продемонстрировать свой талант, мастерство, настойчивость в достижении намеченных целей. И, конечно, вас ждут встречи со звездами российской и зарубежной эстрады, богатая культурная программа, знакомство с историей Крыма и его достопримечательностями. Уверен, что нынешний конкурс пройдет на высоком уровне, станет важным этапом в профессиональном становлении его участников, подарит всем присутствующим хорошее настроение. Желаю всем успехов и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, от себя лично хочу сказать, что рад приветствовать всех на Крымской земле, рад приветствовать участников конкурса. Хочу сказать огромное спасибо Игорю Яковлевичу Крутому. С благодарностью к членам жюри, нашим известным артистам российским, которые приехали сегодня всем, чтобы пообщаться с ребятами, посмотреть, как выступают наши замечательные исполнители. Я рад, что Крым становится системной площадкой для таких мероприятий. Сделаю все возможное для того, чтобы вам здесь было комфортно, безопасно. Вы знали, что Крым – это Россия. Друзья мои, поздравляю вас, желаю участникам новых успехов и новых побед. Да здравствует Россия! Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов. Мы благодарим Сергея Валерьевича за приветственные слова и, конечно, сердечно благодарим за поддержку детской новой волны.